Некоторые мне объяснять, пора валить. Я же сегодня этот видеоблогер. Я веду самоблог и снимаю сам о себе. Что бы ты ни делал, снимай всегда только себя. Правильно. Здесь на двери стоит детский замок. Детский замок. Какой номер набрать? Звонок на мобильный. А у тебя детский замок стоит? Здрасте. Что это? Это видеоблог? А я видел вас, мы когда с рыбалки ехали, вы ехали. Боевой дух? Вот этого господина, где боевой дух? Он готовится? Ладно, я с ним сегодня уже здоровался. Че? Поехали. Я Сёма, я ем вот так. Ого, вкусно, блин. Короче, с Копчегайской трассы сворачиваешь. Так что ты уезжаешь? Блядь, на голову рвёт. Мне кажется, они сосаться поехали. А маленькая? В общем, немного осталось до озера. После этого момента начинается бездорожье. Нужны блокировки. Алексей, как вы поживаете? Я пью пиво и ем орешки. Бля, у меня колено затекает. А колено это похуй вообще. Колено затекает. Ты меня снимаешь? Что далеко? А я думал, сова. Не меняется. Куда собрался? Плохие новости, я обсох. А? Я вот там завалился. Облокотил. У меня просто предки месяц назад здесь были. Я сейчас спрошу, что они, откуда заезжали. Там тоже шлагбаум. 7745. Занято у него. Че, кругаля будем писать? Можем замок сломать и сказать, что он был сломан. Поедем в ебеняга. А че может идти с ним? Дальше нужно идти пешком до домика. Там что? В любой непонятной ситуации крути самокрутку. В любой непонятной ситуации крути Hot Wheels. Hot Wheels. Используй. Натурин. Защита от комаров, клещей и мошки. Боржоми. Я пью только боржоми. Жоми. Georgian mineral water for you men and for you. Боржоми. Я, блядь, вдохнул из комариной херни в боржоми. Натурин. Защита от комаров, клещей и мошки. В натуре? Натурин! Женский комар, приедет мужик-комар. Кусаются же бабы только. Настоящие мужики дома не кусаются. Мужики дома сидят, кусаются бабы. И никакие сучки тебя больше не хотят. Не понял. Что, говорит, нельзя, да? Взял, там машины брать. А что, в домике, говорит, нет никого? На кинцу? Нет, спасибо. Там стоят тачки, прямо они. Вот эта дорога уходит туда, чуть-чуть огибает озеро, а потом туда пошла. Да-да-да. Сейчас брызни. Давай туда, сюда. Показывали, как заехать или что? Опускай. Ладно, еще шагать. Вот. Давайте-ка! Что это за бэкстейшн? Кто это? Прям вообще вот так. По волнам. Вот такие у меня апартаменты. 9 утра. Джули Бонлан рыбачит. Наловил целых 2 рыбы. Будем есть. Пипец, они быстро ушуршали. А вон там ребята. Пипец, тут ящерицы. С Дамиром тут пробираемся через джунгли. О, смотрите. Че, вы тут гуляете, что ли? Мы не можем найти выход. Нам нужно на те барханы. Интересно, какие шансы тут встретить дикого зверя? А вы утром слышали вот эти какие-то непонятные вопли? Собаки лаяли. Вы же знаете, как лиса говорит? Я не знаю, до куда мы дойдем. Не, пусть Леша нас перенесет через брод. Меня, Роба, тебя. Брод возьмешь?
Нет, что ты начинаешь, а? Три раза. Нашла какашки животного. Это не дамировские, точно? Это же краснокнижные какашки. Мы добились успеха, нашли чужое говно. Понял, зачем эволюция дала человеку кровь в венах, чтобы ее комары пили. Как-то странно все это говорю. Как коровы дают молоко, так и люди дают кровь. Пойдем искать дальше корову. Саплю подоить не удалось. Как назвать этих людей? Сирануши. Мало того, что да, мусор накрафтили, они еще его спрятали, чтобы его никто не нашел. Вот где место для мусора. Мы снимаем пикантную фотосессию со своим другом для его женщины, которая находится в Лас-Вегасе. Но... Нихуя ты тигр. Что ты за свой снимаешь? Завернулась. С вами программа «Рыбный ревизор». Здравствуйте. Сколько рыбы вы поймали? С вами была программа «Рыбный ревизор». Сейчас мы пойдем спросим у тех рыбаков, сколько рыбы они поймали. Это программа «Рыбный ревизор». Сколько рыбы вы поймали? С вами была программа «Рыбный ревизор». А народ все прибывает. Поддержка в лице Алексея. О, спасибо, бро. Моя жизнь разделилась на до и после. Девчонка за рулем. Видимо, что-то произошло. Девка за рулем. Девчонка за рулем. Unpacking. Что-то с... Cheers. Эфес. Mediterranean beer. Эфес. Mediterranean beer. The red light and the road twists round the hill. Lipstick on the back seat, saliva on the dash. I've clawed my way out of here before, but I keep on coming back. Подглядываешь, подглядывать? Я не знал, что рыбаки ловят покемона. Вот так палатки пожирают людей. Сейчас Сёма будет сосать.